На пулы вон тот. Биг Дэм, алё. Сколько стаков можно ловить? Я на хиле и на синдре просто не был. Десятку можно спокойно. Окей. Биг Дэм куда-то делся. Он ничего не писал? Здесь? Я тут. Тут я. Ага, окей. Все, кемпом один, встали, блин. Такое ощущение, что я что-то забыл важное. Не могу понять, что. СС? Ну, СС это важно. Ну, сейчас уже поздно, побольше. Куда смогу? Точно. А, давайте играем. Ну ёпта. Эти меточки ждем, выносим. Немножко долго думаешь. А, медленный. Центр гроб, конечно, какой-то. Ой-ой-ой. Аккуратно. По центральному стопнули урон. Еще в центр. Хорошо, что лобычки не убивают. Сейчас, мне кажется, люди умирали бы, да. Сливаем грибы. Просто сейчас три человека только что урон получил. От этого. Вы поняли, чего. Зачем? Давайте разбежались. Далеко слева. Близко слева. Еще ближе слева. В упор слева. Сливаем грибы. Живо, 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 живо. Миллион БР на тур. На мне первое. Геро. Меня быстро разбейте. Ага.
Сбиваем гроб. Босс, играем следующую в центр выносить. Забрал вперед. Центр освободите. Ага, прячьтесь за ним. Ждем. Ждите. Забрал. На глыбу не разбейте. Ждем, ждем, ждем. Ждите. Ветка влево. На глыбу разобьете, пиздец. 18 секунд тайминг. Блять, не прохилили. Ну что, было уже или нет? Есть центр, смысл? Центр, 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 ставь, вот бежишь, будет притяжка точно. Беги, малыш! Притяжка. А, вот они. Разбиваем. Сейчас, подожди. Подожди, теперь разбиваем, да. И разбираем следующую налево, надо будет вносить. Носи налево, хамелеон. У кого БР есть? Играем в пост. Забрал. По взятому стой. Сливаем гон. Следующий в центр. Забрал. Блять. Сливаем ближний. Сливаем ближний. И сливаем дальний. Налево выноси. Забрал. Сливаем гроб. На следующая притяжка будет. Угу. Сливаем, за освобожденка следим аккуратно. Центр выносим. Отошли все от него. Забрал гроб. Так, спрятали за гроб. Сливаем гроб. Налево выноси пэк. Забрал. Сливаем. Сливаем этот проб. Ресните меня, это тало. Че? Ну, на стака. Блядь. Уносите центральный. Следующую налево надо будет вносить. Хамелеончик, уноси налево. Ай, блядь. Че, не любишь и... этого босса? Изи. Че там? Коготь. Пыня ебаная. Вы гробы-то разбейте, алё, блядь. Все бегут просто на похуй. Бросили. Они пошли Вальку пулить, сейчас проверяю, нахуй. Вальку там не спульте только. Валику хорошо высыпать. Ну ладно, не с первого, так со второго троя. Покоритель надо кому-то? Все, накоево, пиздец, кто-то побежал после третью метку выносить влево, блядь. Сказали же в самом начале, все кидаются в центр, пока не будет притяжки. Хоть 10 их в центр надо будет кинуть. Защитник надо кому-то? Подожди, Ярик, а почему? Ты знаешь, со сбитыми таймингами, когда притяжка будет, что ли? Ну нет, ну то есть, ну что там, ну то есть в худшем случае один человек получается притянется. Ярик, там еще СРПБ. На говно. Слышь, Ярик. Че, че? Если ты вынесешь влево, зачем будет рейд прятаться? За центральный. А там че, че, блядь, будет ждать 2 минуты, что ли, пока не задохнется в ней? Ну, кстати, это правда, да. Он же задохнется. Да не задохнется. Да все с ним будет хорошо. Опа, там бой. Там два шамана есть. Равенка там откуда-то улезла. Че там? Два шама, они отхилятся по-любому. Дыхание задержит и не задохнется. Так, точно. Ладно, холидринг обратно в ДД. Хамелеончик. А вы Вальку да, решили побить, да? Ну, то есть, за что вы туда побежали? Ну. А что вы смотрите на нее? Давайте бейте. Хули вы стоите? Артему душу качаем. Полрейда вверху. Да, Артём. Сейчас, блядь, чё? Спрыгивать будете и бить валик. 2 штуки вальки, блядь. Да вы лучше умрите. Вам можно Да вы лучше, блядь, пробегите, не спульте, а не вот это вы лучше.
Время шло, но ничего не менялось. Ну, блядь. Еще большая часть рейд тут стоит. Да шкаф уже тут стоит, умрите и все, и суманьон, и все. Время тратится только. Есть мнение, что да. Есть мнение, что Вальку пулить не надо. Вот бегите, это самое бегите, лучшее мнение. Бегите сюда. Бегите сюда, это. Кто там сдохнуть не может, здесь ловушки есть. Ледяные. Я понял, нахуй. Короче, занимайтесь, я протонусь пока. Сенста, блядь. Надо, нахуй, какого-то человека назначить, который, блядь, будет портоваться вперед после босса и смотреть, кто пулит эту хуйню и ГП въебывать. Или вообще после сурка валик две штуки убивать. Потому что вы их пулите всегда по КД. Их проще убить, блядь. Ну вот я и говорю, после сурка сразу убивать. Пол рейда на личе стоят, вы там умрите, блядь. Люди стоят возле вальки, сдохнуть не могут, нахуй. Я уже в седых холмах стою, нахуй, в углу, блядь. Чё там, как, умерли? Нет. Слов нету. А кто спулил вальку? Зачем вы её пулите? Если вы не умеете пробегать, блядь, постойте, подождите. Пробегут люди, блядь, поставят шкаф, суманут вас. Ладно, если вы. Ладно, если вы это случайно делаете. Да, ну сдохнуть. Так они сейчас фулл рейд живой стоит. Вот как сдохнуть? Это же не по щелчку пальцев происходит. Пока мы наверху не умрем. Бегите к сурку, сука. Там есть ледяные ловушки. Ледяное такое говно, блять. Вот где мы с портала выходим после сурка. Бегите туда и дохните. Бой на инсте, блять. А, то есть нам наверху спрыгивать придется? Вам нахуя спрыгивать? Нет, не надо. Да не надо спрыгивать. Стоим. Не, ну если Валька к вам наверх полетит, то можно и спрыгнуть, блять. Ага, вот бой спал. Не летает, наверное. Все, плюсаните в чат, кого надо будет сумануть. А еще плюсаните, кто, блядь, Вальку пулит, нахуй. Кто смелый? В танке остаться или в ДД? Тема. Ты в ДД. Хамелеончик в танк. Ладно, если это люди случайно делают, но, блядь, есть такие, которые специально ее пулят, блядь. Ну, значит, со следующего, блядь, это недели просто будем убивать их и все. Потому что, блядь, мы проебали сейчас сколько уже? 15 минут, блядь. Да проще, говорю, после сурка их убивать, блядь. Ну вот я про это и говорю. Вот на следующем КД так и будет. Мало того, что 15 минут проебали, так еще и рыбу лишнюю, и ребафы еще полгода стоять тут. Да. Рыбу кушаем. Аня, так это, у нас же РЛ есть, вы дайте ему там возможность определять, что и как делать. Не надо просто говорить с него. Никто вроде ничего не говорил. Так, чё танки? Кто кого хочет? Ширкарей, кто не ширкарей? Ну, Мишке трэш, по-моему, лучше. Давай, пусть я так. Ширкарей подержу, только погодь, чё я релутнусь. Давай. Ребят, за чумой внимательно наблюдайте, выносите, пожалуйста, своевременно. Ой. Что неприятно будет. Так, Хамелеон, все готов? Я здесь. Да, вроде готов. Дырчи на пол. Ты сразу подбери и скажи, кто держит лича на первой фазе, куда его развернуть. Начнется свистопляска опять. В каком смысле?
Ну, кто-то разворачивает его от рейда, чтобы шаркари резали далеко. Кто-то наоборот в рейд, чтобы шаркари было проще забирать. Можно за 2 секунды повернуть, чтобы он перед танком был, потом отвернуть обратно. А что вообще вертеть, он же ничего не делает. Вот сюда его просто поставить, не вариант. Запускай. Угу. Пустил уже. Пистят, не? От рейда. На чуме у нас Буряо. Ребят, встаньте, пожалуйста, рядом со мной, с Локом, порталом. Вот. Хамелеончик, ты около шпиля, получается. Держи шаркарей, чтобы людям далеко бегать не надо было. Поближе к шпилю, может быть. Текстурка. Прям вот тут где-нибудь. Нихуя. Окей. Мы как-то просто по-другому ходите, нежели мы ходили. А вы по-другому делаете? Да мы просто держим величайших корей вместе. А, вы вместе их держите? И мы что-то разводим. Чума просто не спалится во всей пачке. А, и прям по КД типа зажмете. Без спала. Интересно. Кирилл, да, вот там его держи. И, типа, вы ждете, пока чума на шаркане, мне кажется. Просто чума на кого-то прыгает, но я не спалю, все. Вся романтика. Шаркарь так забивается. Прикол. Ну это так у одного танка только, если так нет смысла. Чума на ком-то. Места, ага, без палава. Все отлично. Молодцы. Ауч. Чума, 10 секунд, готовимся. 5 уже. Шаман побежал. Диспелло. По-моему, не диспелили нихуя. Ищи вурдалака с чумой. Блять, на каком-то вурдалаке чума по-любому. Нет. Чё? Кого? Ладно, 3 секунды чума. Привели. Ага, выходим на твердый лед. Все один кем нет, никто не бьет, пока их не заберут. Не заберет так и не поставят его. Они диспельте так рано, дайте вынести. Так, блять, живу здесь. Сука. И что теперь с ней делать нахуй? Выносить. Ее надо вынести. Так. Диспельте, пока не прыгнут, блять. Танк можешь поближе подвести шаркарей. Нужно, да, нужно ближе к шаркарю подойти. Подтащи шаркаря. Ой, блядь. Гневного отльем. Чумой, да? Еще ближе. Так, все. Следующий на ком будет... Шашамен. Так, Шашамен. Диспелова. Ага, уводи шаркаря, Он сейчас там подохнет. Гневного. Выходим на нормальную поверхность. Забирай босса. Угу. Гневного добиваем. Вот у него-то глупаем. Так, пиздим босса. В плащик все к нему встали. Локи, почему я вас около порталов не вижу? Рядом с собой. Валькируем игру. Контроллер раздавайте по валькирам. Оскорбление 5 секунд, разбегитесь. Угу. Так, снова собираемся в плащинг боссу. Локи, вы можете, если что, прямо со своим порталом стоять. Это типа скайпом. Меньше бегаете. Ну ладно. Пиздим. Блокирую через 5 секунд.
Осквернение. Разбегаемся. Осквернение сейчас будет. По валькам играем. Осквернение натура. По валькам активнее. Плащ собрались. Центр. Сначала лужа. Да, поближе на центр вытащи. С тебя же нет спадает, ты первый лужа. Началась. Лужа 5 секунд. Сейчас лужа будет, разбегаемся. 3, 2, 1. Вон. А на кого? На Гримзова. Ага, хорош, молодец. А так держи. Так, валькирии. Свичнулись по валькам. Играем по ним. Блять, на скольки он переводится? 40. На 40. На 40, хорошо. Играем. Быстро. Осквернение 5 секунд, рейджу набираем. 4, 3, 2, 1. И... Тоже. Шошамен. На 40, говоришь. Ладно. Так, вальки чуть центр поставь. Нет, он нормально стоит сейчас. Он сейчас нормально. Не надо было его тащить, блядь. Вальки сейчас переведем. Да, сейчас на край надо, да. В сторону портала идем. Можно хотя валик-то надо убить, наверное. Можно не бить. Жаль, не пусть не бить, и все, понял. Сейвы. Сейвы, да, там. Я вас дал. Вышли. О, дримботок, ты чё, ебать? Так, гневно вас ждём. Не бьет никто, пока его не поставит танк. Уже. Не лутайте, не мату. Зайдите за спину. Кто там? Отойдите. Дримботок, нахуя ты стоишь перед ебалом гневным, а? Кто ловит духов, распределил? Нет, не распределил. Ну чё у нас есть? Но первых я могу поймать. Ну первых ты поймай, потом хамелеон под прожимкой, под барком. Потом Ярик под барком сможет. Там разник. Да вы можете есть. танками можете ловить. Сначала один танчит, потом второй танчит. Выходим на арену на обычную. Сферки, к сферкам близко не подходите. Сейчас их сольем. Так, гневного убиваем. Убиваем гневного. Сейчас будет жатва. Куда гневного потащили, блядь? Лич же с краю стоит, блядь. Да, лича надо с краю уже ставить, блядь. И что происходит? Идем к Кириллу. К звезде идем, вот куда лич идет. Так, Holy Drink. Ну чё, лужа. А, блядь, лужа же, разбежались. И правда. Вторая карга. Ну терпимо, блядь, поймай духов, бога ради. Тащи в другую сторону. Тащи. Стоп. Да я споймал баблом первого. Вот теперь надо будет тащить. Теперь уходи. Да, уходи. Лужа. Разбежались. 10-й на мне. Так, чё, поймаешь? Ловите такое? Кто-нибудь под баблу. Бурява под баблу, может. Мне нету. Хильте мишку. Пизда мишки. Кидал за 4. Так, разбежали сейчас. Будет сквернение. Разбежались. Преснул мишку. Да, так, тащись. Так, куда живу вы? Здесь. Ага. Идем за лечом. Так, следующий рарник. Что, Геру будем сдавать, нет? Да, Гера же есть. Геру давайте. Уйдите от духов. Рарник там вообще как ловит? А, вижу, пытается. Блядь, ты зря его сейчас повел. Разбежались, оскорбление сейчас будет.
Разбежались, разбежались, разбежались. И... Кто же? Иди. У тебя зеленка есть, чтобы поймать духов? Сейчас в КД. Следующий благой бой. В зеленку залезешь и возьмешь духов. Помогайте, там брать. Помогайте. Под личными сейвами, там под барком друиды могут. Да нету нихуя. Разбежались, вернее. Все, процент. О, БЦ. Сорян, ребят, сложно. Вы водите просто немного по-другому, я это запутался. Нет, это просто паника. У людей да, паника. Какая паника на третьей фазе? Это не паника, а кто-то, блядь, что-то говорит, кроме Рэва, блядь. Если Рэва ведет что-то, говорите, остальные, блядь, рот закрыли, блядь, слушаем только его. Они там, блядь, не, это давай так, это так. Ну, просто устали, наверное, после трудовой недели. Поэтому немножко устали люди. Настроение не очень. Мобилизация еще это. Да. Нервотрепки хватает. Разве не отменили? Нет. Я что-то не слышал. Они берут всех, а потом частично отправляют домой оператор. Они, нужно здесь на ключевой вопрос ответить, они это кто? Кто-кто? Частично 200-х или как? Военкоматы, кто они? Военкоматы это разные бывают. Ну, государство тоже что-то абстрактное. Даруй мне последнее благословение. Дай мне силу разбить эти оковы. Куда лич пропал? Пибовся. Испугался. Утащил с собой свой лут, блядь. Сейчас Джайну позовет. Понял. Интересно. Вот это неплохо. Ого. Два аркуса. Прикол, блядь. Сексуально. Хорошая штучка. Два аркуса, блядь, бесполезно. Мысли бесполезно, охуенные пёски. А чё, кому-то нужны, да, они? Ну, я всё забрал. У нас есть? Да, есть, конечно. Ну, кому это... ничего не нужно, тэпаемся в Даларан, идем в РС-ку. Нет, это вон тот, тебе надо этот токен? Не, я понял. Надо тебе тогда, Хамелеон. Создашь там третий спек. Ага. Или что, четвертый. Посох вообще нужен кому-нибудь? Я бы себе нахила на второй спек на будущее. На халяву бы взял. Это Ярика-то нету. О, Ярика, Лёхи. У кого стоит скада или там реклама? Чекните вообще ДПС на лече. Интересно, я не успел, мне скинуть. Кому там посох надо было. За 10%? Обычно, что посох надо решил. Ну, он вообще как на ядру. Я не знаю, вроде норм. Норм, с травмой вроде получше. Хуй знает. Так, это у меня будет. Не-не, интересно именно вообще, сколько именно общего допросы на все было. А общее. На том этом у нас было 219, а здесь сколько было? 218 у меня в рекаунте. Так же, да, получается. Да. Там кто-то. Магнес, по-моему, уходил, да? Он тут? Да. Сейчас. Лёшка. Чего? А, тут он сидит. Mm? Да, про тебя справлюсь, что ли? Сейчас тебе ЕП залетит. Да. Из-за рейды. Счастливый. Сидел, ничего не делал. Получил ЕПшку, блядь. Очень вкусно. Нормально.